Сегодня начались работы по подъему тел двух погибших на Ямале тюменцев. Напомню, трагедия на ледовой переправе через Зой произошла 22 февраля. Под лед ушел грузовик с двумя людьми, принадлежащий фирме «Спецстройинвест». И с того самого времени тела оставались на дне реки. Нам удалось связаться с начальником окружного управления МЧС Аркадием Бессоновым. Вот сейчас установлена палатка, вот майна сделана, огнетается тепловой пушкой. Значит, воздух для того, чтобы температура была не ниже 15 градусов для работы. Я думаю, что мы сегодня...